Салютон карай комарадой, минно маском радатом нека ходял не лерня с ля плей симпля лингво, токи инвитита лингво, токи пона. Термоядерный приветик, товарищи, с вами Плейбой Атомный, и сегодня мы продолжаем изучать самый простой изобретенный язык токипона. Hello world, this is Comrade Atomny, and we are continuing to learning the most easiest language that it was invented by a human called Tokipona. Не экзистас традуко программу Токипона. В общем-то, не существует переводчика для Токипона. Я посмотрел, Google этого не поддержит. So, there is no translator for Токипона, and we cannot translate it on from Tokiponian to any other language, or from any other language to Tokiponian language. It is not created. Не создано пока такого переводчика. So we are continuing our study. Мы продолжаем нашу учебу с 10 урока. Не sequas lerni tiuci belalingvo. Telo. Aquo liquaggio. То есть telo у нас жидкость, вода. So this is telo means water. Suno lumo. Это у нас солнце, свет. So this is the sun or the light. Unpa sexumo, amori sexumi. Ну понятно. Unpa это у нас трахаться, спать друг с другом, заниматься сексом. So this is having sex, fucking with each other. Ike malbona acha complica. Ике значит что-то плохое или сложное. Ике means something bad or complicated. Уталя милито батали. Уталя означает война или драка. Уталя means war or fight. Наса стульта френеза странга. Соответственно, НАСА у нас означает глупое, безумное и странное. So, агентство НАСА понятно, какое оно безумное. So again, NASA agency means this is stupid, crazy and strange. Olin amo ami, значит, Olin означает любовь, Olin means love. Mute, multe tre, mute это значит много. И знаете, мне вот эти все слова, они похожи на какие-то детские перекривляния латинских слов. Вот как-то так. So, mute means multiple, a lot of. And for me, these words, they show like the kid versions of the romantic words. Por mi, tiuci vortoi similes ke gi estas uzata pri la idoi. Малальтай идой. Ну, как-то так. Секвенциону. Давайте пошли дальше. Кун метитой вортой. Совместные слова. Что-то такое. So this is united words or something like that. Or words that set together. Мультай идой, киуен эсперанто эспермиджас пер уну ворто. Эн токипона эспермиджас пер ду аупли да вортой. Значит, множество идей, которые в эсперанто обозначаются одним словом, в токипоне означаются двумя или большим количеством слов. Вот, собственно, обратная медаль простоты языка. Вроде простые правила, но эти простые правила ограничивают гибкость, и в итоге слова получаются странными и большими. So, many ideas that can be expressed with Esperanto only with one word in Tokipana presented with a few words, two or larger. And I dislike this, because this shows that the simplicity of rules make more complicated words. Альми не плачас
simpla reguloj de tokipona ke ĝi faras la vortoj tre komplikata. Ilo moku, манджило, форко, кулеро. Значит, или моко, это у моку, это у нас вещь для еды. So this или моку, this means fork or something, some instrument with which you eat. Или уталя, армило. Или уталя означает вооружение. Или уталя, this is weapon. Ян пона. Амико, Янпона, значит, друг. Янпона is friend. So it means the second word and all the other words describe the previous words, something like that. В общем-то, структура понятна, что последующие слова описывают предыдущее слово. У меня подобным сделано, но у меня есть в моем языке окончание, поэтому оно проще. And mia, Inventita lingvo mi uzas simila schemo, sed mi havas finaĵoj. Jan utala militisto. Jan utala означает воин. Jan utala is the warrior or soldier. Jan unpa amoristo fikamiko. Значит, Ян Унпа это у нас трахатели, любовники, вот, ну, которые трахаются друг с другом. So, Ян Унпа means the fuckers, so those who sleep with each other. Ян Олин Корамико, значит, Ян Олин это, ну, типа платонической любви человек, то есть кого любишь, вот. So, Ян Олин means someone who you love. Ян Сули Пленкрескулю. Я даже не знаю, как это перевести. Ну, я думаю, Ян Сули это большое, значит, Ян Сули это кто-то, это здоровяк. So I think Ян Сули this means like a large person, someone strong. But the same it could mean that someone is old. And this is like the old man. Ну, точно так же это может означать старика какого-то. А те, чьи по вас... Традуки к маль к альта персону. Ян Лили инфано. Значит, вот Ян Лили у нас ребенок. Но это же можно как перевести и просто маленький человек или гномик, например. Как-то так. So this is the multi-meaning phrases. Ян Лили is translated as a kid, but it also can be translated as small person or gnome or someone small. So it could be have multiple meanings. Телонаса алкохоляжу. Телонаса это у нас алкоголь. Тело это жидкость, наса безумная жидкость. Это прикольно. Мне нравится такое словообразование. Возможно, я даже себе возьму такое. Мне нравится сам принцип. So telonasa this means a liquid, crazy liquid, and it translates as alcohol. And I like this translation. Mi plaĉas tiu ĉi traduko. Mi muteni. Мимуте, ни, это мы, значит, мимуте. Вот смотрите, нету окончания, да, в эсперанто. Одна буква означает множественное число. И получается, что вот у меня система идет, есть я, ми, и окончание и, и это получается множественное число. То есть ми, как, собственно, в эсперанто, да, это очень удобно, чем отдельное слово мимуте. So this shows that mimute meaning is we, and this is stupid because you see that you need a long word in order to describe like we, because the language does not have its own ending for the multiple things. Ona mute ili.
Соответственно, onomuto это означает они, да, ну насколько это длинно получается. Из-за того, что не хватает гибкости, не хватает правил, получаются вот такие длинные слова. Вот и недостаток токипоны. Ни повас ригардике мальмультай регулёй креас лонгай вортой. En tiu ĉi lingvo, en al mi tiu ĉi ne plaĉas, ne plaĉas. Pluralo ne ekzistas. Ага, множественного числа не существует. Ну, то есть, вот это муте нужно использовать. Вообще тупо. So, there is no like multiple words. So, we cannot say something in large quantities, for example, like a thing and things. So with the use of s ending, we show that this is the multiple objects and not the single. But in the Tokipona, this concept is evaded. So we need to use a mute word in order to describe something multiple. Tokipona ne existas pluralo plura pluralajo. Kai ni povas uzi vorto mute pri diskribi ĉio en multa kvantoj. Как-то так, наверное, сказать правильно. Пипи. Инсекто, ау инсектой. В общем, пипи означает насекомое или насекомых. Ну, это слишком многозначно остается. So, пипи means either insect or insect. Insects. Илё, илё, ау, илёй. Значит, илё означает предмет или предметы. So, илё means either one object, thing or many things. Ян, persona, ау, persona. Соответственно, ян это личность или множество личностей. Ну, такая многозначность получается. So, ян means either one person or many persons. Кили, фрукто, ау, фрукто. Кили означает фрукт или фрукты. Kili means either one fruit or many fruits, and this is awful. This is too many meanings for one word, too many variants of translation. В общем, из одного слова очень много разных значений может быть. Kun metitai frazoi unu. Значит, соединенные фразы, первая часть. Unu subjecto sed plurai agoi au etsoi. Один объект, один субъект, но множество действий или объектов, над которыми будет совершать это действие. So, one subject, but multiple actions or the objects on which he performs an action or she. Миисина плюс ио плюс ли ио. Субъекто алия оль ми аушина плюс ли плюс ио плюс ли плюс ио. Сина сули ли ике. Ви эстас гранда кай мальбона. Ты большой и некрасивый. So, сина сули ли ике means you are big and ugly. Она ли пона, ли сули ли наса. So, she or they are good. Big and crazy. Li estas bona, dika kaj freneza. Они, он или она означает, что, ну, это означает, что они хорошие, толстые. Ну, смотрите, сули переводится еще как толстые, да, и безумные. So again, this word sully, this means not only big, but also like fat. So many meanings. This could be meaning one. This could be translated as she is good and she is like old, she is fat or she is big. So many meanings and it is awful. Ну, столько много значений, и это на самом деле ужасно. Суно ли сули липона. Значит, солнце большое и хорошее. Или старое и хорошее. Или толстое и хорошее, можно же так перевести. So this means sun is either big, either dick, or old and good. Lasuno estas granda kaj bona.
Al mi ne plaĉas tiu ĉi multa tradukoj de tiu ĉi frazoj. Mi povas traduki ĝin ke suno estas granda, suno estas dika aŭ suno estas alta. Pipi li moku, kili li unpa. So this means like insect eats fruit and having sex. What? La insecto manĝas la fruktojn kaj seksumas. Я представил себе эту картинку. В общем, и насекомое жрет и ебется. Твою ж мать! Ох, вот это да! Отец, ты стрестранга бильдо. В общем, это очень странно. This is very weird. Very weird. Я насали йо илю уталя лимоли ян и лили. So this means someone crazy has a weapon and he wants to kill either someone small or a kid. В общем-то, у нас получается фраза, что кто-то безумный имеет оружие и хочет убить кого-то маленького или ребенка. Ля френезулю хавас армилион кай муртигигас ля инфанон. Тио эстас... Ау ли воляс муртиги ля мальальта персоно. Экземплой, примеры. Ниям сиес дири мультайн афероин. Мы уже знаем, как сказать множество вещей. We can now say many different things. Ми наса, ми френезас. В общем, мы поехали кукухой. We are crazy. We became crazy. Or we was crazy. Or we will be crazy. И, ну, это же можно перевести как мы можем стать сумасшедшими. Мы можем... И смотри, можем сумасшедшими или просто странными. Это вообще разные значения. So this also can mean like we are not crazy, but we are like weird. Ми оли эсина. Ми олин эсина. So I love you. Ми амас вин. And, ну, я люблю тебя, да. Кай тю чи уно фразо ми повас традуки мультай and мультай Традукой. Экземпле. This means mi estas stranga. Mi estos stranga. Mi esti stranga. Ну, в общем, слишком много значений. Tre multe. Традукой. Ян уталя ли уталя эона ли моли эона. Ян уталя. This means the warrior. Ли уталя. Эона ли моли эона. So this is the warrior fights with he, she or them and kills he, she or them. Very lot of variants of translation. В общем, здесь воин убивает ее, его, их. В общем, бьет оружием, наверное, бьет. И, соответственно, убивает. Для солдата баталя с контрау ши кай мортигас щин. Тио повас традуки ке для солдата баталя с контрау или контрау ли кай мортигас лин джин щин илин. Сина яна лили. Виестас инфано. Ау виестас идо. Ау виестас мальальта.
Можно это перевести, то есть ты ребенок, ты маленький, ты карлик какой-нибудь, да, что-то такое. So this could be translated also Sina Yan Lili. We can translate as you are small, you are kid, or you are gnome in many variants. True, so many translations for one phrase. Jansuli limoku etelonasa. Jansuli, someone big or old. Limoku, it's etelonasa, crazy water. So drinks crazy water. Ля пленкрескулю тринкас алкоголоин. В общем-то, здоровяк жрет алкоголь, да? Вот так вот. Мио Ян Олин. Мио Ян Олин. So I have a lover. У меня есть любовник, ну, объект обожания, ну, то есть того, кого люблю сердцем. Да? Михава скоро кинон. Ми мульт ау кор амикиноин. Ау Михави скоро Микиноин, ау Михаво скоро Микиноин, тре мультай традукор. Ну, мы тут же можно перевести, что у меня на самом деле, ну, то есть не одна любовь, а множество любовей, да, эту же фразу можно перевести, что они были, есть или будут, какое из этих значений. So, again, we have the problem, because this could be translated as we have multiple lovers, or we had lovers, or we will have lovers. This is awful. Мимуте ли моли, ни мортус. То есть, мимуте ли молис, we will die, or we have died, or we are dying. И снова здесь можно перевести, типа, мы умрем, мы умерли, или мы можем умереть. Ни по вас традуки тью чиек, ни мортис, ми мортас. Сина и кемуте. Сина и кемуте. Ты очень плохой. Веста стремальбона. So you are there very bad. Ике мальбоне киа домаджо. Ага, плохо. Пона хорошо. So ike means bad and pona means good. Looking виде смотреть. Уиле. Looking, this is to look, to see. Уиле воли, дезири, безони, деви. Уиле это значит желать, хотеть, нуждаться, мочь. Ох, сколько много значений. So Уиле means to want, to desire, to need, and also to have a need and to able to do something. So many meanings of this word. Яки, мальпура, науза, рубо. Яки, соответственно, отвратительно. Яки means something bad and, well, unclean. Томо, домо, конструажо, фермита, спацо. В общем, томо означает дом, сооружение или закрытое пространство. Томо means house or closed quarters or any building. Ко. Дун солида ау премебла субстанцио. Вот этого я вообще не понимаю. Мини компренас тион чи. And I don't understand this meaning of ко. Ни, тию чи, тию. Ни означает это и то. То есть одним словом означается и это то. И каким образом объяснить, например, ты имеешь в виду это или ты имеешь в виду то? Вообще. So this is weird. Ни means both this and that. And when you're using this word, this cannot be understood. Either you're meaning about this object or about that object. What? There's so many meanings, and this is awful. Moon, луно. Соответственно, moon у нас луна. Почему-то вот луна, да, там, и солнце, они используются какими-то простыми словами. Ну, зачем отдельные слова для луны и солнца, например, вообще непонятно. Мини компренас к тиу ворто хавас он нур уну традуко. То есть это слово имеет одно значение, мы его всегда правильно переведем. А тут столько есть много значений с многими словами, что это ужасно. This is awful. Some words, for example, moon, this is means moon, has only one meaning.
Why? Because moon and suno ne estas is not those words that are very useful. They're used pretty rarely in conversation. В общем, слова вот эти, да, moon, suno, они же ведь редко используются, поэтому зачем им отдельное вот такое значение и как-то так, ну, мне это не нравится, откровенно не нравится. La signifo, значит, значение. This is mean the meaning. Toki pona la vortoi representas tre vastai in ideoin. Токипона слова означают очень большие, очень широкие идеи. Это ты уже заметил. So in Tokipona, words represents very vast, very huge meanings, have very huge meanings, and I already see that. Mi telo e mi. Mi banas min. Значит, mi telo – это водой, я поливаю себя водичкой, значит, я купаюсь. So this means I use liquid on myself, so this means I wash myself. Mi pona etomo mi. Mi riparas mian domon. Почему? Tiu ĉi povas traduki ke mi al mi plaĉas la mia domo. Кай ми буниджис миа домо. В общем-то, тут можно перевести не только как я ремонтирую свой дом, вообще не очевидно, а мне нравится мой дом, например, да? Я улучшаю свой дом, то есть я прикорашиваю свой дом. Ну, так можно перевести. So, this phrase, ми пона э томо ми, we can translate as, well, there they show like, I repair my home. But this could be translated as I like my home or as I'm making my home better. This phrase could have so many meanings and they are so different. So the meaning of the phrase spoils largely in this language. В общем-то, знаете, смысл-то фразы того, что говоришь на этом языке, очень сильно портится. То есть человек может подразумевать совсем не то, что поймете вы. So the person could mean with this phrase something else that you are thinking of. La persona povas... Я не знаю, как означает, поэтому не буду переводить. Ян лили ли вили этелю кили. Ян лили. So this is someone small. Ли виле хочет. So someone small wants телокили. Телокили means water, so liquid, fruit liquid, so juice. So kid want a juice. Мы можем перевести это как ребенок хочет сок. Но это можно перевести как дети хотели сок или он захочет сок, да? То есть много значений может быть. Ля инфано волес фруктосокон. Ау ля инфаной волес ля фруктосокон. Ау ли волес фруктосокон. Ау ли волес фруктосокон. Тио естес некомпренебле. Непонятно. Кай некомпренебле кио фари. И вообще непонятно, а что с этим предложением-то делать? Ну вот мы узнали, да, что вот сказано, да, это значит, ну дать ребенку сок, или не дать ребенку сок, или он уже пил сок. И вообще непонятно. Очень плохо, очень плохо. This is very hard, because from this sentence, we can think like, either kid wants juice, or it wanted juice, or it will be wanting juice in the future. So what to do? And what the meaning of this word? And maybe this is not the kid, maybe this is about the gnome, or about some small person. А возможно, это вообще ведь речь идет не о ребенке, а о ком-то маленьком, то есть это о гноме каком-нибудь, который хочет сока, например, да? То есть, ну блин, слишком много значений, вообще отвратительно.
Пипилимоку эона. Пипи. Почему насекомое? Вот есть, да. Насекомое жрет эона. Их, ее, его. So the insect eats he, she or them. Or it was eating, or it will be eating. This is unknown. Кулепикисин. Тесто с тремультай традукой. Инсекто манджас, ау манджис, ау манджос, ли, щи, ау, или. Не компренас ми. Ян ни ли поналюкин. Ян ни ли поналюкин. Тиу персона эстас беля. Ау, тиу чи персона эстас беля. Не компренас. В общем, тут можно перевести-то эту фразу как «та личность хорошая» или «эта личность хорошая». This we can translate either «this person is good» or «that person is good», so this is unknown. Oh, how hard this is. Как это вообще тяжело и ужасно. Сина ике люкин. Сина ике люкин. Ви ачас. Значит, это, то есть ты плохо выглядишь. So this is you looks bad. Or, well, yeah, this is like a simple translation. Да, это в принципе простой перевод. Кояки, кояки, кью чи эстес, мердо, ми не компренс. Вот это вообще не понимаю. Кояки означает среду. Я не понимаю, как это. I don't understand how this koyaki means like Wednesday. Комоку. Бедоуриндо. Мне не компренас тен. I don't understand that. Я не понимаю. Яки. Фэк. This is bad. Okay, this is it for today. Only revolution, only victory till next episode. Ну, в общем-то, и все на сегодня. Очень сложно, очень многозначно. На этом все. До следующего эпизода. Только революция, только победа. Tio estas tre, havas tre multaj tradukoj, kaj mi ne komprenas la parolaĵoj en Tokipona. Kaj nur venko, nur revolucio, ĝis la revido, kamaradoj.